Конфликты в регионе Южного Кавказа остаются по-прежнему нерешенными. Об этом на открытии зимней сессии по ОБСЕ заявил президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели. Он отметил, что необходимо удвоить усилия по разрешению неурегулированных конфликтов на пространстве ОБСЕ. Конфликты в регионе Южного Кавказа по-прежнему остаются нерешенными. На высоком уровне предпринимаются интенсивные усилия для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и сокращения напряженности вокруг него. В то же время отсутствует прогресс по решению конфликта в Грузии. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в своем выступлении также коснулся темы нерешенных конфликтов на пространстве организации. Он позитивно оценил приверженность Азербайджана и Армении к подготовке своего населения к миру. Мы надеемся увидеть прогресс в Минском процессе в направлении мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Приверженность руководства Армении и Азербайджана подготовить свое население к миру является очень многообещающим сигналом. Я хотел бы подчеркнуть необходимость активизации наших усилий для конструктивной совместной работы во всех существующих форматах посредничества. Отметим, что в 18-й зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ принимают участие около 300 парламентариев, в том числе и с Азербайджана. На заседании обсуждаются вопросы, связанные с политическими вызовами и вызовами в области безопасности, экономикой и окружающей средой, а также с правами человека и гуманитарной сферой. Сессия завершится 22 февраля совместным заседанием общих комитетов. Эльнара Алиева, CBC.